Ну вот, началась маленькая история одного маленького барашка. Родился вчера, бегал-прыгал, ну что-то вот не заваливалось. Пришлось взять домой, только принесли. Немножко молочка от тети Нины принесли. Вот, посмотрим, выживет, не выживет. Хороший бяшечка. Такое ушко у него красивое. Пока не знаю, как назовем. Вот, от роду уже целый день. Будем наблюдать, смотреть. Бяшечка. Кузьма, подойди. Кто он такой? Боишься? Бяшка. С утра бегал, прыгал. Ну, то ли мамка молодая не давала поесть, то ли еще чего. В общем, сейчас вот первый раз молоком его напоили. Около 100 грамм. Будем ждать, что получится. Очень хотелось бы его оставить.